Всех приветствую, на связи Яна Федорова. Сегодня готовлю необычный, удивительный торт без выпечки. Он очень экономный, готовить его просто и быстро. Этот тортик пышный, нежный, в нем много вкусного апельсинового крема. К тому же он не жирный, легкий и очень вкусный. Приготовлю крем. Понадобится 1 литр апельсинового сока, у меня сок с мякотью, 1 стакан сахара и 8 столовых ложек с горкой манной крупы. В сок высыпаю сахар и манку. Перемешиваю и даю постоять 30 минут. Затем увариваю крем на среднем нагреве при постоянном помешивании. Крем быстро начинает густеть. Как только закипело, крем готов. Крем остужаю и ставлю на 2 часа в холодильник. Крем должен быть охлажден. После охлаждения он еще больше загустевает и получается вот таким густым. Взбиваю крем миксером сначала на низкой скорости, затем на высокой. Крем взбивается очень быстро и получается вот таким пышным. Форму я смазала растительным маслом и застелила пленкой. Сначала выкладываю толстый слой крема. Затем слой печенья. Можно любое, у меня шоколадное. Снова кремовый слой. Крема можно не жалеть, его получается много. Потом бананы. Затем слой печенья. И так до конца, пока не закончатся продукты. Закрываю пленкой и ставлю в холодильник пропитываться на 8 часов. Когда тортик пропитался, переворачиваю на досточку или блюдо и снимаю форму и пленку. Сделаю глазурь. Сливочное масло 50 грамм, молоко 3 столовых ложки, сахар 2 столовых ложки, какао 2 столовых ложки. Кладу все продукты в сотейник и увариваю на медленном нагреве до загустения. Это примерно минут 5-7. Еще теплой глазурью украшаю торт. Вот такой он получается, красивый и нарядный. Вкус манки совершенно не чувствуется, и никто даже не догадается, из чего сделан этот крем. Вместо апельсинового сока можно взять любой другой сок, или даже компот или морс. Мягкий, пышный, воздушный, этот тортик просто тает во рту.
Вот так, дорогие мои зрители. Если вам понравился мой рецептик, ставьте лайк. Желаю всем хорошего дня!